Доброго здоровья, друзья! Сегодня хочу рассказать историю, которая для меня просто, знаете, свалилась на голову. Ребят, в последнее время я мало снимаюсь в приюте по одной простой причине. Я тяжело приболела. Ну, старость не радость, болезни догоняют. Как бы мы от них не убегали. В общем, у меня отнялась нога, и дочь просто со скрипом, с криком потребовала, чтобы я хотя бы на неделю куда-то уехала. Прогрелась, прошла обследование. Ну и в таком духе, ребята, обычная житейская рутина. В результате я поехала, сделала МРТ. Результат меня не порадовал. Сейчас сижу на уколах. И поехала я отдохнуть и подлечиться. Ну что, ребята, меня хватило ровно на то, чтобы два раза доползти до моря и даже окунуться. А в третий раз, когда я уже туда шла, то увидела, что на тротуаре лежит кошка. Сначала, знаете, прошла, а потом мне не понравилось. Пекло, а кошка лежит на солнцепеке. И я вернулась, наклонилась к ней и говорю: ну, малыш, ты здесь отдыхаешь? Вы знаете, она еле-еле, подняв морду, просто прошипела: мяф. Больше не надо было ничего говорить. Я сгребла кошку, а когда подняла ее от этого асфальта, у нее под ней, ребята, просто была уже липкая лужа. Кошка лежала там не один день. Это было видно по ее состоянию. И ребенок умирал от жажды, истощения. И по ней блохи, ребята. Ну вот я взяла кошку на руки, и мне просто поползли они по рукам. Не поверите, просто сгребла кошку, куда шла, не знаю, как буду уговаривать, чтобы мою грязную, инфекционную, страшную кошку пустили в дом, тоже не знала, как буду уговаривать. Но, ребята, поперла буром, и было в тот момент наплевать на все. Я просто прижимала кошку. Ну, бывают сумасшедшие люди, по-моему, я из этой серии. Так, ребята, у меня появилась Роси. А дальше смотрите ролик. И вы все увидите своими глазами. У ребенка вот здесь шишка, и шишка прорвала. Да, тихо, малыш, тише. Сейчас я буду обрабатывать. Да, тихо. Промыли, и я вложила левомиколь. Хорошо вложилась. Очень хорошо. Да, моя девочка, все. Сейчас, мой хороший. Сейчас, моя красавица. Все, отблох обработали, шейку обработали. Теперь еще попу обработаем сейчас. Поверни мне ее. У нее лапки страшные. Мне надо... Так, держи, а я посмотрю в попу ей. Так, давай. Вот, видишь? Вот у нее еще ранка на попе. Да, здесь все гноится. Сейчас промоем. Хорошо. Так, левомиколька еще намазали. Так, все. Все, ранок. Ранок больше нигде нет. Лапки голые, но не страшно. Все, котичка моя хорошая. Отпускай ребенка. Ложи. Роси оказалась удивительной кошкой. Двое суток она просто лепила воду, хлебала ее и доползала только до лотка. Ребята, она была действительно жутко истощена, без сил. Через пару дней мне надо было уезжать. И я носилась и просто в поисках выхода и не знала, где его найти. Там, где я находилась, ветлечебниц не было. Поэтому пришел план. Ребенка посадить в маленькую переноску, переноску спрятать в сумку и вот таким контрабандным способом попробовать ее вывести. Конечно, рисковали ребята, но выхода не было. В результате засунули Роси в переноску, одели на нее веревочку, чтобы проверить, как она себя будет вести. Кошка вела себя хорошо, походила у нас по улице немножечко. Мы ее отдельно убрали в стороночку, выгуляли, затем быстренько в переносочку, ее в сумку и в поезд. Ребята, в поезде она ни разу не мяукнула.
Мы ехали в плацкартном вагоне, повесили просто простынь между проходом. И никто не знал и не догадался, что с нами едет кошка. Потрясающий ребенок. Такое ощущение, что жить она хотела больше, чем мы с вами. Мы едем, едем, едем. Куда? В новые края, да? Умничка такая, такая умница. Худющая, страшно. Скоро красавица. Сама запрыгивает себе на сиденье. А потом. Все, мы еще едем. Поела. Росси? Гормоносик. Ну, у нее шишка какая-то на носу. На носу? А где ты там увидела шишку на носу? У нее большая шишка на носу. Посмотри, внимательно. Ой, Валюш, я боюсь это смотреть. Нет, просто в шишку вот так видишь. Да? А, да? Вот, по-моему, может, ударил кто-то? Там, по-моему, у нее этот самый. Кто? Что? Ранка была. Ну и все. Горшочек. Что там у нас? И горшочек у нас. Молодец она. Хорошо. Росси приехала в Липецкую область, в грязи. Здесь я сейчас долечиваюсь, продолжаю курс уколов. И через неделю где-то только приеду в приют. И мы продолжим с вами жить, смотреть, спасать. А Росси я хотела просто рассказать как об удивительном случае, неординарном. Когда от нас ничего не зависит. И есть только одно желание – помочь спасти. Я поступила так, как мне подсказало сердце. Кто-то сможет осудить, кто-то нет. На ваш суд, друзья. Я сижу на кровать, а эта коза вот так передо мной выкручивается. Ожила, да? А, козлёный? Ожила. А, малыш? Росинка? Всего вам доброго, мои хорошие. И желаю никогда никому из вас не болеть. А если вы встретили животное, которое вам кажется, что оно неправильно лежит, не пожалейте времени, ребята. Вернитесь, наклонитесь. Заставьте животное подняться, чтобы убедиться в том, что оно просто прилегло отдохнуть, а не умирают в этот момент у нас с вами под ногами.